речной порт, город Москва. Вот такое здание здесь красивое. Отличная погода. Отсюда уходят теплоходы по Волге до Питера и на Казань, и на юг до Астрахань. Погрузились в автобус. Здесь, оказывается, людей с остановки возят до причала на автобусах. Речной порт. Круг почета. Вот сам теплоход Мустай Карим. От компании водоходов. Москва. Сейчас подъезжаем к борту теплохода Мустай Карим. Это самый крупнейший теплоход в России по речным маршрутам на Волге, в Волжском бассейне. Ну, кстати, самый новый теплоход вообще из всех теплоходов в России. Итак, ребята, доброго времени суток. Погружаюсь на борт этого замечательного теплохода. Убираю эту фигню. Вот. Всем добра. Сейчас я вам покажу, как здесь все начинается. Итак, Москва, речной порт. Теплоход Мустай Карим. Вот здесь вход. Вход на трап внутрь теплохода. День добрый. Еще раз. Вот здесь. Здесь наливают водоходов. Вот такой здесь вид. Здесь ресепшн, здесь люди регистрируются, получают ключи. Вот такая здесь красота. Угу. Ну, такой вот вид здесь. Всем добра, с борта теплохода Мустай Карим. Вводим регистрацию на теплоходике. Вон я там отражаюсь в зеркале. Итак, всем всем бобра, Алекс Рантье. Сегодня у нас 14 июня 2021 года. Сейчас я вам покажу каюту, в которую заселился. Каюта находится на 4-м этаже. На этот 4-й этаж я, кстати, вот смотрите, там небо. Поднялся на лифте. Вот 4-й этаж. Сейчас я вам покажу каюту. Тут вот мой чемодан, фотоаппарат. Вот каюта 454. Здесь уже нос корабля. Вот сама каюта. Обратите внимание, это я, Алекс Рантье, к вашим услугам. Всем добра. Вот у нас тут гальюн, ванная, все как положено. Опять я. Какие-то кнопки, рычаги, инструкции по безопасности. И вот смотрите, здесь у нас чайник, кофемашина. Вот здесь наборчики. Здесь у нас холодильник. В холодильнике ничего. Закрываем обратно. Так, здесь у нас шкаф. Вот, спа-жилетики. Вешалки. И здесь что интересно. Вот, а, здесь у нас халаты, одеяло, тапочки. Кстати, обратите внимание, зонтики есть. Вот такая вот каюта. Кроватки. Все цивильно.
Вот картина, кстати, интересная такая, с теплоходом, карандашом рисованная. И вид из окна, как же без него. Извините, ребята, каюта у меня без балкона, потому что каюты с балконами уже были выкуплены на момент, когда я созрел покупать этот круиз. Напоминаю, сегодня 14 июня 2021 года. Круиз Москва-Санкт-Петербург. Алекс Рантье. И, конечно же, благодаря компании ГК-ТИК, на которой я заработал деньги на это замечательное путешествие. Кстати, Мустай Карим — самый крупнейший теплоход в России, самый новейший. Это люксовый теплоход, здесь только каюты люкс, делюкс и суперлюксы. Вот, поэтому я, можно сказать, приобрел самый дорогой тур по рекам России, который, в принципе, можно приобрести на сегодняшний день. Всем добра, Алекс Рантье, благодаря ГК-ТИК. 14 число июня 2021 года. Итак, ребятки, как только я погрузился на теплоход, сразу объявили завтрак. Вот этот ресторанчик называется Гидель. Здесь у нас завтрак. И вот сейчас хочу показать, как это все выглядит. Большие круглые столы. Большие круглые столы. И вот система шведского стола. То есть на тех теплоходах, которых я был, вы видели, что к нам еду приносят. А здесь нужно самим вставать и набирать, поляну себе накрывать. Вот. Что у нас сегодня дают? Вот. Это завтрак. Пирожки, тра-та-та. Вот так вот. И здесь горячие салатики, тра-та-та. Там у нас чай-машина стоит, кофе. Вот. И контент, каша тут всякие, тут 5-10, блинчики. Все, все хорошо. Пока стою в Москве. Всем добра. Вот такой вот здесь ресторан на теплоходе. Итак, теплоход отплывает. Москва, Мустай-Карим. 14 июня 2021 года. Играет музыка, характерная для всех теплоходов в России. Всем добра. Алекс. Проходим первый мост на пути теплохода. Теплоход еле-еле вписывается в проем моста. Вот, собственно, Москва-река, канал имени Москвы. Вот, сейчас посмотрим, как это проходить будет. Еле-еле буквально. Кстати, обратите внимание на высоту. До воды здесь далеко. Мы сами быки моста. Вот Москва, залив. Идем дальше. Еще один мост проходим. Уже второй. Вон там видно. Первый мост дали. Это второй мост. И вон там впереди третий мост виден. Красота. Итак, всем добра. Идем по Москве-реке. Сейчас проходим очередной мостик. Вот смотрите. Вот жалко, что на этом теплоходе нельзя подниматься наверх. Когда мостики проходим, вот только можно с палубы это все дело фиксить. Как это выглядит. Вот проходим мост. Точнее, под мостом. Теплоход очень высокий, практически в притирочку проходим. Под мостами. Чуть ли не задевая их. Смотрите, вообще, о, прошли ровненько, здесь железная дорога, и вот такой красивый вид открывается дальше. Вот я сам, всем добра. И поезд пошел, это на удачу, двойная ласточка.
тот мост, который мы проходили, железнодорожный, с поездом. И вот здесь открываются вот такие виды, ребят. Проходим по Москве. Вот, обратите внимание, вот такая вот невероятно необычная башня открывается с балкончиком таким вот выносным. Это еще все Москва. Вон, видно, люди тусят, отдыхают, загорают. Там уже интересный такой вот коттеджный поселочек. Яхточки стоят. Вон там дама в красном, которой очень много. И вид на такую невероятную красотульку открывается. Вот еще один интересный такой микрорайончик с красивыми домами. Теплоход Мустай-Карим, 4-я палуба. Высота примерно как 4-й этаж обыкновенного дома. Визуально, если смотреть. Теплоход, конечно, очень высокий. Это самое новейшее судно, которое, в принципе, есть сейчас на реках России. Теплоход был построен в 2019 году. В интернете есть о нем. Называется Мустай-Карим. Вот я сейчас здесь нахожусь. Вещает Алекс Ратье. Очередной мостик, ребята. Очередной мостик. Снимаю я из бара, бар Панорама. Сейчас покажу, как это выглядит в округе. Тут играет рояль. Вот такая вот округа, герб Советского Союза. И вот сам мост.